сути вопроса, да? И какие вопросы обязательно рассмотреть по итогам работы этих групп? На все отведено 2 часа по группам. Группы, свои инициативные докладчики, сделают доклад о результатах, о тех мыслях, о тех предложениях, которые по промышленным площадкам Республики Татарстан группа считает необходимым внести. То есть здесь Министерство экономики пошло на достаточно открытый шаг, то есть предлагается обсудить и дать предложение, как изменить существующую ситуацию с промышленными площадками Республики Татарстан, может быть, внести изменения в процедуру аккредитации, нормативную документацию, да, или хотя бы высказать на сегодняшний день идеи. Да. Рустам Равкач, соответственно, будет, и присутствующие сотрудники Минэкономики зафиксируют все предложения докладчиков рабочих групп, и по результатам будет, я думаю, какая-то выжимка, вот, ну, скажем так, самый цимус, да, то есть что нам с этими парками сделать, да, а дальше начнется работа юристов. То есть как ваши идеи, которые вы предложите в результатах рабочих групп, выльются в нормативный документ, и, соответственно, этот документ будет направлен на публичное обсуждение. То есть по предварительным согласованиям с Минэкономики мы фактически сейчас будем заниматься тем, что вносим предложение в постановление Кабинета министров 616, да, если кто знает, о котором наслышан о таком, кто знает процедуру такой, да? Ну, то есть, скажем так, по половине собравшихся, да? Это процедура аккредитации промышленных площадок. И следующая за этим не менее важная процедура присуждения государственной поддержки резидентам и управляющим компаниям, да, промышленных площадок республики. Так, ну по программе вкратце все. Учитывая, что по многочисленным просьбам, в том числе вас собравшихся, мы уплотнили программу до одного дня, пожертвовали официальным перерывом на обед. Если обратили внимание, в программе у нас написано, что обед у нас свободный. Соответственно, не спрашивая ни у кого разрешения, по мере, что называется, проголодавшихся, можно покидать это помещение. У вас, по-моему, даже есть координаты, где близко и доступно по цене это все сделать. Возвращаться точно так же и принимать дальнейшую участие в работе программы. В программе предусмотрено 3 небольших перерыва. Чисто вот передохнуть, обсудить мнение, перекурить, как это говорится, да, 15-минутных таких. Вот. И, собственно говоря, мы начинаем. Спасибо за ваше внимание. Так, для начала у нас сегодня пойдет речь об индустриальных парках. Я буду так немножко перемещаться, чтобы столб нас... Я поговорил с этой частью аудитории, с этой. Индустриальные парки, отрасль достаточно новая. Но, тем не менее, к счастью, есть уже и методики, и регламенты, есть и нормативные документы, есть уже и источники финансирования и так далее, есть даже терпология, терминология. Да? Вот основная матрица, скажем так, проектов индустриальных парков, в зависимости от роли участия государства и частного бизнеса в их создании, да, и от того, на каком месте создается индустриальный парк? Создается ли он на, что называется, пустом месте в поле с ромашками, например, да, как это принято говорить, либо он создается путем реконструкции уже существующего имущественного комплекса, который достались нам, например, ну, скажем, от советских времен. Да? Это бывшие заводы, фабрики, бывшие, там, я не знаю, механизированные колонны, ПМК, сельхозтехника, сельхозхимия, агроснаб и так далее, и так далее. Все вот это наследие. Да? Правильно классифицировать понятия вот государственные и частные не только и не столько по правам собственности на земельный участок, а скорее по правам собственности на объекты инфраструктуры. Понятие инфраструктуры знакомо собравшимся, что это такое, да? Тогда проговорим. Вот смотрите, значит, несмотря на то, что отрасль молодая, есть очень хорошие документы, которые называются у нас государственный стандарт, даже целый отрасль успела принять, национальный стандарт индустриальные парки и требования к ним. Да? Стандарт прописывает понятийный аппарат, определяет некие требования, например, к территории земельного участка. Да? С точки зрения вот этого национального стандарта, индустриальным парком является объект, площадь земельного участка, которого составляет более 8 гектаров земли, 80 тысяч квадратных метров. Да? Соответственно, есть еще критерии для индустриальных парков, которые возникают не на земельном участке, а на базе реконструкции какого-то имущественного объекта. Да? Чаще всего звучит цифра, но в национальном стандарте она не прописана, это точка некая такая отсечения 20 тысяч квадратных метров. Если объект бывший реконструируется в индустриальный парк, то
федеральные органы исполнительной власти хотят иметь с ним дело с точки зрения участия в финансировании в развитии, если площадь такого объекта производства площадей более 20 тысяч квадратных метров. Соответственно, возвращаясь к земле, если индустриальный парк базируется на базе земельного участка, или это должны быть земельные участки соседей, смежные между собой, если в силу каких-то причин земельные участки разделены друг от друга, да, то расстояние между ними должно составлять не более 2 километров. В принципе, это подсказывает и логика, и, ну, скажем так, выстраивание совместных бизнес-процессов. На участках более удаленных, скорее всего, не присутствуют никакие стадии кооперации взаимодействия между участками. Да? Естественные преграды разделения участков, такие как водоемы, дороги, железные дороги, там, небольшие лесные посадки, это все приемлется. Самое главное, чтобы соблюсти условия вот эти по дальности. Да? И, соответственно, индустриальным парком считается объект, земельный участок, площадь которого составляет не менее 50%, отдается под промышленное производство. То есть мы все понимаем, что помимо цехов промышленного производства существует еще так называемая территория общего пользования. Да? То есть всегда нужна какая-то въездная группа, как ее называют, да? То есть контрольно-пропускной пункт со шлагбаумом, да? Площадки парковки, разворота, площадки, там, я не знаю, где называют ее технологической площадкой, где размещаются объекты инфраструктуры, ну, то есть, скажем, газовые шкафы, газовое хозяйство, да, электротехническое хозяйство, подстанции, трансформаторы, где располагаются водозаборные станции, где располагаются, ну, допустим, те же самые сети, да, канализации и электрики, газа, если они эстакадно воздушным способом расположены или подземно, да, опять же, есть какой-то технический коридор. Опять же, есть административные здания. Да? Вот это вот все, оно называется общей инфраструктурой. Да? Общей инженерной, технической, транспортной и другой инфраструктурой. А полезная площадь – это то, что как раз занято производственными помещениями, цехами. Да? Понятно, что есть еще объекты логистики, объекты торговли. По определению национального стандарта такие объекты к производственной инфраструктуре не относятся. То есть это инфраструктура общего пользования. Да? Забегая немножечко вперед, также скажу, что резидентами индустриального парка чаще всего называются компании, размещающиеся как раз вот в объектах полезной площади, промышленной производстве. То есть логисты, кто занимается транспортной и складской обработкой груза, чаще всего по определению резидентами не считаются, а являются просто пользователями инфраструктуры. По той простой причине, что они не ведут сами промышленное производство, а являются некой обеспечивающей подсистемой. Да? В агропарках, о которых мы будем говорить дальше, есть еще одна особенность. В агропарках часто присутствуют еще зоны выращивания. Да? То есть помимо зон логистики и складирования присутствуют зоны выращивания. Зоны выращивания, собственно говоря, тоже не являются не совсем профильными. Да? То есть это же не зоны переработки. Если рядом с зоной выращивания расположен склад, а дальше переработка, то вот чаще всего резидентами агропромышленного парка будут являться только предприятия переработки. В какой-то степени еще предприятия складирования, но зоны выращивания, то есть поля, фермы, резидентами индустриального парка по определению быть не должны, да? Потому что это у нас коллективное хозяйство, фермы и так далее. Итак, по сложившейся ассоциации индустриальных парков разрабатывают вот эти основополагающие документы, да? Прислушиваются к специалистам отрасли, к паркам, уже имеющим опыт, консультантам, девелоперским компаниям, да? К сетевым компаниям, поставщикам ресурсов. И сформулировал уже за, получается, 10 с небольшим костиком этой работы. Это для России, в принципе, новое направление. Да? Если я не ошибаюсь, у нас, по-моему, даже ОС Алабу, 2006 года рождения. Да? Ну, то есть вот 12 лет. Да? То есть в промежутке 10-15 лет вообще у нас возраст всей отрасли, всех индустриальных парков в России, по большому счету. На Западе, конечно, и на американском континенте эта тема более распространена. Собственно говоря, оттуда мы и заимствуем. А, ну и в Азии, естественно, да, тоже. Китай, Индия, Япония, юго-восточный регион. Оттуда мы, собственно, и берем опыт работы с этим объектом, который называется индустриальный парк. Значит, по статистике, сформулированной, исходя из опыта работы парков, чаще всего в индустриальном парке, ну, допустим, по объему электрической мощности, индустриальным парком, скорее всего, имеет право на жизнь быть тот, у которого имеется не менее 2 мегаватт электрической мощности, исходя из типового портрета резидентов, из накопленной статистики или
если, значит, речь идет о площади перспективного развития освоения не менее 150 кВт на 1 гектар свободной незастроенной площади. Тогда, собственно говоря, цифра, не прямо вот аксиома, точка отсечения, если меньше, то вы не индустриальный парк, да? Но это некая статистика, исходя из типовых потребностей резидентов. Также, к инженерной инфраструктуре относятся сети и устройства водоснабжения, водообеспечения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения. К инфраструктуре относятся дороги, водозаборы, как уже было сказано, сами, собственно говоря, ограждения, да, по периметру, наружное и внутреннее освещение вдоль аллейной там, или периметральной и так далее. Введено также национальным стандартом следующее понятие, как специализированная управляющая компания. Исходя из прав, которыми эта управляющая компания обладает. То есть управляющая компания – это не просто, что называется, авторитетно выбранная организация, да, юридическое лицо. Она еще и правомочна, то есть она наделена правами управлять комплексом объектов недвижимости, да, и землей. Что это означает? То есть управляющие компании, в принципе, должны быть права распорядиться, продать, сдать в аренду, в субаренду часть земельных участков индустриального парка и предоставить доступ к всей этой инженерной коммунальной инфраструктуре. Да. Исходя из этого, все-таки управляющая компания считается, что должна быть профильной. В нашей российской действительности, понятно, очень часто управляющая компания еще сама и занимается и производством. Да. То есть у нее есть в управлении какой-то промышленный объект еще. Да. Даже есть такая некая формула среди профессионалов о том, что инициируют в России индустриальные парки чаще всего не только владельцы земельного участка, да, но и те, кто хотят построить какой-то промышленный объект на территории, таким образом хотя бы снять с себя часть нагрузки на подведение сетей коммуникации. Потому что компания производственная этого владельца земельного участка, она же тоже подключится к сетям, таким образом снижается вот эта инвестиционная нагрузка. Да. Но считается, что управляющая компания все-таки должна быть профессионально оказывающей услуги на этом рынке, и, соответственно, не менее 80% выручки от видов деятельности управляющей компании должно быть связано именно с управлением недвижимостью, сдачей в аренду земли, помещений, предоставлением доступа к инфраструктуре, коммуникации и оказанием разных сервисных и консультационных услуг. С управляющей компанией, если ее сравнить, например, с жилищным фондом, да, это что-то типа товарищества собственников жилья или профессиональной управляющей компании, да, которая следит за эксплуатационным состоянием там, подъезда или дома, которая оказывает услуги своим жильцам, да, то есть все виды хозяйственных нужд, замер показаний счетчиков, работоспособность электрических и водоснабжающих сетей, все такое, да. Консультации по врезке замков, там, к кому обратиться, когда какая-то проблема, там, не дай бог. Да? То есть, в принципе, весь набор. Да? Я уже не говорю о том, что профессиональные консультационные компании на сегодняшний день приблизились к так называемой точке высшего пилотажа. То есть они уже берут и на себя и помощь в решении нужд резидентов, таких как подбор персонала, технологический консалтинг и инжиниринг, маркетинговое сопровождение и помощь в сбытии продукции через централизованный торговый дом. Есть еще, например, такая услуга, как ведение бухгалтерии и финансовое, налоговое и прочее консультирование. Да? Есть услуги по централизованному снабжению сырьем, если профиль резидентов, похожи. Да? Например, нам сегодня буду делиться опытом, рассказывать про промышленный парк Тюличи, в котором одна из впервые намеченных специализаций это была все-таки переработка полимеров, да? То есть производство изделий из полимерного сырья. Отсюда, собственно говоря, выходит и пожелание резидентов помочь в поставках однотипного какого-то, сырьевого ресурса, полипропилен какой-нибудь распространенной марки, да, или полиэтилен. Потому что все знают, что работа с гигантами отрасли органического синтеза – это достаточно сложная работа. Маленьких потребителей, наши, монстры индустрии, такие как Нижнекамский нефтехим, Казань-Роксинт, они не видят. Им интересен, конечно, так называемый толстый клиент, да, который возьмет целый состав там крошки, а кто возьмет полвагона и будет это делать один раз в год, с ними достаточно тяжело. Поэтому здесь управляющая компания выходит на некий новый уровень управления и становится полноценной управляющей компанией, не только сервисной. Да? То есть такие тоже услуги присутствуют. Так,
Собственно говоря, как можно узнать на документах? Да? Если мы приезжаем в индустриальный парк, мы видим это все, что называется физически в натуре, да? То есть построенные объекты, ну, кроме тех сетей, которые заложены под землю, понятно, что их увидеть достаточно сложно. Вот, но можно увидеть объекты, там, трансформаторы, подстанции, ГРПШ, распределительные станции, да? То есть там освещение, дороги и производственные корпуса. А с точки зрения презентации проекта, ну, чаще всего только презентации, и есть два основополагающих документа, на которые чаще всего смотрят органы власти и партнеры, которых привлекают в участие в проекте. Да? То есть это мастер-план территории, фактически представляет собой некое графическое описание территории, расположение на нем основных объектов, да? Логистические моменты, то есть входы, выходы, да, то есть как распределяются транспортные, там, сырьевые производственные потоки, где располагаются основные объекты инфраструктуры, все это визуализировано графически, и текстовое описание, и указаны, например, такие параметры, свободные площади, свободные мощности, еще какие-то моменты технические. Да. И бизнес-план – это уже некий финансово-экономический документ, который, как сказать, который объявляет, что ли, да, то есть анонсирует тому, для кого он написан, чаще всего это или инвестор, или орган государственной власти, о экономике, финансово-экономической составляющей проекта, о том, что в наш проект вложить выгодно, потому что, и там предусмотрены, возврат на вложенный капитал, срок окупаемости инвестиций, вкладываемых государственных или частных, да, там, я не знаю, какие-то еще экономические показатели, там, NPV, IRR и так далее, для уже финансистов, экономистов, да, выше говорю. В основном, конечно же, те, кто вкладывается с точки зрения девелопмента, интересуют, сколько средств нужно вложить, с какой отдачей, через какой срок мне вернутся эти деньги. То же самое, в принципе, интересует государство. Единственное, что отдача на вложенный капитал участников и у государства совершенно разные. Частник, он частный инвестор или девелопер, он ждет отдачи деньгами путем возврата займа или в дивидендов на вложенный акционерный капитал. Государство же в основном ждет налоговых отчислений от проектов резидентов. Да? Если, вот, например, в девелопменте есть такая, скажем, сложная вилка, что на сегодняшний день, исходя из соотношения стоимости строительства здания и стоимости сдачи в аренду, да, ну, если мы возьмем муниципальный район, например, построить, скажем, там один квадратный метр здания стоит 20 тысяч рублей, если 1000 метров стоит, это 20 миллионов, да? А сдать один квадратный метр можно сдать, допустим, не дороже, чем 200 рублей. Ну, допустим, какого-то среднего там, производственного помещения. Склады, естественно, дешевле, отапливаемые подороже, холодные пониже. Да? И вот если мы разделим эти самые 20 тысяч рублей на 200, да, то мы получаем 100 месяцев. То есть 200 – это месячный фонд, мы получаем 100 месяцев окупаемости. Да? Извините за каламбур такой. 100 месяцев окупаемости. 100 месяцев окупаемости – это 8 лет. Это значит, что деньги, вложенные в строительство производственного здания, будут окупаться 8 лет. Это мы еще не, сейчас взяли только стоимость прямых инвестиционных затрат, но не взяли затраты на эксплуатацию, на поддержание вот в этом состоянии, да, то есть какие-то текущие капитальные ремонты не взяли. Не посчитали дисконтирование. Если это деньги не свои, то мы еще не взяли ставку судного процента, почем эти деньги привлекли. Да? Если все это учесть, то срок отдачи возврата, да, он увеличивается до 10, 12, иногда 15 лет. Да? А по, ну, понятно, что это статистика по флагманам индустрии, да, таким как КПС, равно здесь Фаритов тоже Закиров присутствует, да, то есть если что, по цифрам поправят меня. Радгизатурин присутствует, Химград. Срок возврата бюджетных инвестиций по таким гигантским проектам, по-моему, в пределах 3-4 лет, да, если не ошибаюсь, возврата налогов. Больше? Побольше? Побольше? Вот. Мне, по-моему, сказали, что Химград, по-моему, за 7 лет. А? По налогам. По налогам, да. То есть государство, вложив в свое время средства в реконструкцию производственных помещений, а оба промпарка и Химград, и Кеппостер создавались по модели реконструкции, в течение 3-4, ну, максимум 5 лет, получила налоговыми отчислениями бюджета всех уровней свои инвестиции обратно. Понятно, что эти налоговые отчисления распределились по уровням бюджетной системы. Больше всего, конечно же, получил федеральный бюджет, да, за счет НДС, налога на прибыль, акцизов, взносов на социальное, пенсионное, медицинское страхование. Какую-то часть получил республиканский бюджет, это налог на имущество, часть налога на прибыль. Какую-то часть получил местный бюджет, налог на землю, если он там предусмотрен, и НДФЛ, налог на доходы физических лиц.
Но если вот в совокупном взять в бюджет всех уровней, да, то отдача государственных вложений достаточно быстро. То есть о чем говорит? У нас достаточно эффективная для государства налоговая система, да, которая позволяет достаточно быстро возвращать. Так, ладно, здесь мы немножечко затянули. А вам по результатам нашего сегодняшнего мероприятия, по тем электронным адресам, которые вы оставили в анкете, вот эти материалы, методика, да, и стандарт будут направлены в электронном виде. Я, с вашего позволения, может быть, сейчас не буду останавливаться вот прямо на определениях, дословно их цитировать. Это все, на самом деле, можно почитать. Поэтому убедительная просьба ко всем, кто хочет получить материал, если вы этого еще не сделали, анкетка на входе, на ресепшн, где вы регистрировались, свой электронный адресок, мы можем все это направить. Ну, точнее, я сказал, мы направим в Министерство экономики, мы все материалы им уже отдали. Так, значит, стандарт вводит некоторый понятийный аппарат. И вот в зависимости, как мы уже опять возвращаемся вот к этой самой схемке, мы сейчас более-менее подробно пройдемся по вот этому типу парка. Ну, вот, здесь немножко отпечатка, да, частый парк Гринфилд. На самом деле он действительно частый. Парк Гринфилд, да? Частный, слово правильно читать. И на государственной модели Гринфилд. Вот если брать республику Татарстан, да, то самая частная распространенная модель, как вы думаете, какая вот из этих четырех республик? Есть какие предположения? Так, кто за то, что частный Браунфилд парк? Вот даже Кипмастер говорит, что это не самая распространенная модель, что у нас как бы уникальный Хенград и Кипмастер, да? Государственный Браунфилд парк, честно говоря, я примеров не знаю. А? Ну, если честно, Фарид, то вот Хенград и Кипмастер, они где-то вот здесь вот оба. То есть они по очень хорошо сложившейся обстановке и возможности финансирования начинались, по-моему, все-таки как государственный парк Гринфилд, да, в какой-то степени были частные, потому что была доля ТАСМы, была доля КАМАЗа, государство тоже участвовало. То есть я вот здесь вот стрелочку поставил между двумя, туда-сюда, туда-сюда обратно. И вот это, собственно говоря, вот они, два флагмана индустрии. Значит, государственный парк Гринфилд. Классический пример Вайсала, а Бога, но это большой такой вот как бы государственный Гринфилд, да? Вот частные парки Гринфилд, есть у нас два хороших примера, может быть, еще все вспомним, да? Один пример парк М7 в Зеленодольском районе, другой пример парк Тюличи. Еще есть у нас, да, частные, нет, не совсем частный, но Гринфилд, да? А есть, говорит, не совсем Гринфилд, но частный, да? Хорошо. И вот в республике Татарстан чаще всего распространена вот именно вот такая вот модель. По той простой причине, что последние несколько лет государство очень активно финансирует государственные муниципальные проекты. Соответственно, государственные муниципальные проекты по эффекту масштаба берут земельный участок 20, 30, в некоторых случаях 80 гектар. Государство финансирует строительство инфраструктуры в них, так появляются вот они вот по такой модели. Да? Соответственно, в частном парке Гринфилд, о котором мы поговорим, да, там уже не только государственные вложения в инфраструктуру, чаще всего они